14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Во всех храмах в этот день проводятся торжественные службы. Много прихожан было и в храме всех скорбящих радости Десногорска. Совершают литургию в голубых облачениях. Небесный цвет считается цветом Богородицы. Праздник связывают с событиями, которые произошли в Константинополе в 910 году. Город тогда был осажден. По преданию, Владычица Небесная пришла в храм к верующим и покрыла их своим платом. Так Дева Мария защитила жителей Константинополя от врага. С давних времен на Руси с праздником Покрова связывали десятки примет и обычаев. Одна из главных – в этот день встречается осень и зима. Часто именно на Покров ждали первого снега. В эти святые дни, как и в любые дни праздника, церковь призывает людей отложить свои суетные дела, которые, безусловно, нам необходимо совершать часто, но в какие-то дни нам надо их отложить, чтобы помолиться, взять в руки добрую книжку, побыть за семейным столом, за трапезой с родными и близкими, и как бы задуматься и совершить, может быть, самые важные дела, дела милосердия. И, в общем-то, во все дни святых праздников это является самым-самым важным. Всех со святым праздником. Спаси всех, Господи.